Так, всем привет. Это у нас юго-западный, да, можно сказать, Крым. Типа того. Да, да, да. Юго-западный, короче, Крым. На, он. Сними нас. Оператор. Да. Ну, чтобы я тоже попал. Илюха дал мне броню. Короче, заехали мы другу нашему, Илюхе, к пчеловоду. В общем, на его пасеку. Это у нас, получается, Евпаторийский, да, район? Нет, это или Сакский. Это... Да. А, это уже Сакский, да? Да, да, да. Короче, Сакский район, это получается, ну, степь там. Ну, село не обязательно, это какая разница. Тут все села плюс-минус одинаково. Ну, от Евпатории 20 километров. Да, 20 километров от Евпатории, короче, вот. Мы заехали к другу. Показываю. Нашему как... Илюхе. Подписывайтесь, кстати, на его канал. У него канал «Жизнь как мед», да, у тебя называется? Да, да. «Жизнь как мед» канал. Да, мало там. Ну, да, но все равно пусть заходят люди, подписываются. Надо продвигать, как говорится, своих. Время нет заниматься этим. Да, это самое. У него большая пасека, у него и на прицепах, там на платформах, короче, есть. Пчелки стоят сейчас на кочевле тут недалеко. В общем, что хочу показать вам, вот эту вот прикольную штуку. В банках мед сотовый. Видишь, ты, как бы отстроили. Ну, я понял, ты, короче, ждешь, когда они запечатают, да, получается, полностью? Ну, да, тут уже получается печатный. Вот, кстати, про вот эти же банки говорил. Ага. Ну вот, вот такие я доберу уже под акацию баночки. Видишь, полностью они отстраивают. Я буквально... А потом ты медом заливаешь? Буквально или? Чуть-чуть, короче, это наващивал, а они, получается... Ну это я понял, кусочки просто овощинки сюда приезжают. Да, и смотри, что как бы именно пчелиное отстроили. Ну вот я все как бы хотел, и все никак не соберусь. Потом сезон начинается, забываю. Чисто даже не то, чтобы заработать, а просто чисто вот посмотреть, это как я это... Я здесь мало поставил, понял, потому что этот... Ну и меня, плюс... короче, супруга в этом году купила эти банки, они, блин, нет, они подходят. А, ну крышки не подходят, вот, я понял. Вот, по отверстиям, короче, не становятся все. Я тут, короче, раскидал так. Ну, а... На прицепе я поставил там. А вообще там квадратные, короче, они вообще, да, все, ну, если квадратные все ставить, они влезут все, да? Я обычно вот так вот раз надорвал, ну вот, к примеру, она уже запечатала. Ну, я понял, они осушили. Вот так вот оставил, да, чуть-чуть, они осушили, и потом... Ну ты продаешь потом сухую, да? Не, медом не заливаешь? Не. А сухую? Ну, сотовый мед. Я понял, просто сотовый мед, но он потом... Он потом за... Ну они сейчас пристроят все это назад, прилепишь. Ну красиво так вообще. Ну да. Тут видишь, тоже еще не дает. Красота, конечно. И, слушай, увесисто так. Да, ну тут, конечно, по желанию можно и залить, я видел. Ну ты на вес, ну, на вес продаешь или просто как баночка? Не, баночку. Интересная тоже тема, кстати. А вот, кстати, уже вот это. Вот тогда ждешь полностью печатку, когда запечатали, потом да, вытрусил. Да, да, да. Вытрусил пчелок, закрыл крышкой и все, и на продажу. Хочешь, как бы на рынок выставляй, хочешь по клиентам так. Хочешь как презентик просто там хорошим клиентам. Он, в принципе, там не заводится, особенно когда ты сразу стряхнул и закрыл. Или хорошим клиентам, кто берет там по 5, там по 10 баночек, можно и такую вдогоночку, да? Ну да. Как презентик чисто раз, красиво. Красота. Я думаю, никто как бы не откажется от этого, зато люди потом уже... Видишь, тут, блин, выломалось. Ну, вот это. Что за пчелы? Она... Такие красивые рыжие. Тут же. Помнишь, да, идет? Рядом с этим. Тут получается, что это кольцевое. И я просто знаю, что там люди держат да, баков. А, баков. Да. А тут, считай, 5 километров. Ну, сам понимаешь. Это село, как оно? Это кольцевое, плюс тут еще тоже... Как оно у тебя, столбовое, да, называется? Да, столбовое. Столбовое село, короче, кому интересно. Это получается, вот как с Евпатории ехать, как мы едем именно домой через степь к нам. Северный Крым, оно как раз по пути. Мы по пути как раз ехали. Сейчас как раз. И заехали в гости. О, кстати, сейчас сколько времени? Сейчас 3, начало 4. 4-й час, да, вот по поводу взятка, смотрите, вот. Вроде степь как бы высохла, а лед пчел очень это активный. Я хочу сказать, что это вот именно в этом году как-то вот непонятно. Обычно в это время уже по прошлым годам, ну, взятки сушняк, не да, было. Вообще степь? Да. Ну, дожди были у вас вот это, когда дожди прошли? Были только? Дождь. Когда последний был? Я не знаю, может, дней ну, вот 5-6 это... назад. А, был 5-6, да, даже дней назад? Ну, у нас такой не было. Нормальный как бы пролив, ну, быстро. Да, короче, камера не передаст, но я вам, поверьте на слово, очень сильный стоит запах колючки, классный. Вкусный запах колючки на пасеке стоит. То есть взяток идет, есть приносы. Смотрели весовой улей, он стоит вон он. Два кило за два дня, да, показал? Кило в день, короче. По килограммчику, да, капает. Ну, вот я, как я говорю, и говорю. Это именно вот в этом году как-то вот непонятно. Ну, как бы хорошо, что он, да, идет. А ну, это у Илюхи это как на окраине села, как бы дача, да, получается? Ну, пасека, тачок. Ну да, чисто под пасеку, да, ты брал я именно? Еще там на даче, но у меня там племенной материал, я в основном маток выложил. Ну это ты чисто брал участок под пасеку, да, специально? Да, да, да.
Чисто вон, видите, как бы вот, а то говорят у нас молодые пчеловоды, не это, в Крыму там не занимаются, а занимаются у нас. Вот, да вон, смотрите, мед какой, вот, это на стационаре все. То есть стационар, все носят, пчелки подливают, заливают. Ну тут у тебя и поля вокруг, кориандр, да, у вас часто сеют. Ну да, рядышком. В этом году нормально было. Ну, тут, кстати, неплохо в этом году кориандра взяли, вообще западный именно, вот по всему Крыму, именно только западный Крым. Это я и взял, скидывал, короче. Это ж у меня в это вообще, блин, ну, у меня отводки, понял? Я на плодные матки делал. Те, что у меня там стоят, там, получается, облетывались молодые. А с тех я сделал, получается, по две рамочки печатного и там матку. И вот они развились полностью. Завернул. Ну, ты маток уже сюда давал, или ты облетывал именно здесь маток? Не, они именно, я плодных забрал, получается. А, да, я понял. Ты, короче, отсадил плодок, чтобы они не роились, а туда молодых. Не то, что не роились, чтобы выводить маток. А, я понял, значит, я шкири, там, как бы заказывают. Все, вдруг понял. Ну ты, короче, чтобы этих старых маток просто так не выбрасывать, ты их раз. Они у меня какие прошлогодние получились. Я понял, ну да, да. Ну, ты, короче, я делаю отводки над головой, а ты просто, ну, отдельно отнес их. Тоже я снимал просто этот, потому что, ну, есть там отводки, позаливались. Ну, вот видите, мед. Добавлял рамки. Вот видите, есть мед, есть, вот степи. Я как бы с рутовских не качаю в основном. Не, ну, западный берег Крыма. А это, ну, там на зиму такое, там, к примеру, формировать. Ну, я понял. Раз рамочку выдерну. Ты, короче, в основном, ты в основном качаешь магазин, снимать, магазинами, да, все качаешь, а это все в основном оставляешь на меду зимовать. Да, да. Ну и то, я как бы все магазины, я не знаю. Ну, у вас западный берег Крыма, он как бы всегда, ну, нормально тут как бы с медом было. К вам, ну, сюда. Блин, грех жаловаться в этом году, тем более ты сам. Да, знаешь, не, ну вообще такой по взяток в этом году. Ну да, вообще по Крыму, как бы западный Крым, он всегда медовый. У вас и пасек много. Вот мы даже по пути ехали, сейчас куча пасек. Пасеки. Со стороны Севастополя ехали, пасеки стоят и на трассе продают. И, ну, как бы. У вас, видишь, у вас как бы есть, ну. Я вижу, что живет у вас пчеловодство, а у нас в Северном Крыму оно реально вот как-то вот тоже, смотри, чахнет, короче. Вот это молодая вообще матка, тоже делал, ну, это первые отводки у меня. Я, кстати, сделал отводок, я отсюда продал матку, и вот следующую уже подсадил, она полностью, получается, они развились. Но я тоже его делал на две.